И в завершение о важном кадровом назначении у наших коллег телеканал НТВ сегодня возглавил Алексей Земский. Его кандидатуру одобрил совет директоров компании. Полномочия прежнего генерального директора Владимира Кулистикова, руководившего каналом более 10 лет, прекращены. Ранее Земский уже работал на НТВ в начале 2000-х, а в последнее время был заместителем гендиректора холдинга ВГТРК.